Всем привет! Сегодня 12 августа 2022 года. Ровно 5 утра. Сегодня ночь была достаточно неспокойной. Только заснул я сразу после полуночи, где-то в 02-03 минуты. И сразу же где-то минут через 5 еще раз были такие бабахи громкие. Мне сложно было определить через закрытое окно, прилеты это или отлеты, но вот казалось прямо в Славянске. Потом вроде как немножко успокоился, заснул, а в два с минутами еще то же самое. И причем повторялось уже буквально каждые несколько минут, ну раз 8-10. И так было громко, достаточно слышно. Звуки были такие раскатистые, как вроде бы взрывы. Но я тут же полез в телефон, думаю, почитаю в чатах, где это все. Многие пишут, что и в Краматорске громко, другие говорят, на Черевковке, даже в Николаевском чате тоже пишут где-то рядом. Поэтому определить, где это было. И опять же, люди разделились. Одни говорят, что это от нас, другие к нам. Поэтому ждем официальной информации. Она, наверное, появится, если и будет, то в половине 9 утра. Ну а пока желаю всем, чтобы день прошел достаточно спокойно. И чтобы в конце концов эти звуки не принесли никому беды. До вечера.